Эта гигантская мурена, или яванский гимнаторакс, является крупнейшим и наиболее агрессивным представителем семейства муреновых. Гигантская мурена ведет одиночный образ жизни, активно главным образом ночью. Питается любой рыбой, головоногими моллюсками или крупными ракообразными, которых может поймать. Гигантские мурены находятся на вершине пищевой пирамиды, и считается, что у них нет серьезных природных врагов. Даже напротив, взрослые гигантские мурены часто нападают на рифовых акул. Вот удивительное видео такой атаки. Из засады мурена напала на акулу и вцепилась ей в хвост. Акула предпринимала попытки о своем спасении, но все тщетно. Оказывается, в море есть монстр, который может заглотить акулу целиком. Конечно, акула небольшая, но факт остается фактом. Акула борется за свою жизнь до самого конца. Ей удается выбраться. Сегодня ей повезло, и она уплывает в морскую даль.